Нормально, все на корабликах. Три человека, блять. Ой, какой актив, прям. Как быстро мы плывем, прям вообще. На максимальных оборотах. Слушай, ты можешь меня потолкнуть? Это тебе не мог кто-то. Ну и что, потолкни меня. Так, я не понял, я ж, вот. У меня поставлено, что да. Куда вот ты меня тянул, падва? Такой дебильный автопилот, я просто в шоке. Слушай, мне кажется, пока я доплыву, уже весь бой кончится. Так, в смысле в торпеды? А, нет, я уплыву от них. Хер этим торпедам, а не я. Пока. Стоп! На полный оборот, стоп! Блять, сука, земля ебучая. Пошла нахуй, земля. Ты чё землячан обижаешь? Ты выжил там вообще? Ты там живой? Да. А тут какие-то у тебя проблемы там слышал. Ну да, блядь, в землю врезался. Вообще красиво, просто. Чё у нас так это жестко? У вас там все нормально? Ну, блядь, меня двое сейчас. Ну там у нас команда, блядь, целая. Я чуть в бота не врезался. Есть пробитие. Нормас, нас почти не осталось. Давай быстрее перезаряжайся! Блять, опять земля, сука. Как же меня заебали, блядь, я не хочу оставаться. Да давай! Быстро! Торпеда, давайте. Уф. Торпеды сработали. Я обязательно не выживу, ну ладно. Ай, я горю! Как весело! Гореть! Кого я уничтожил? Я не знаю, кого ты уничтожил. Я написал, что я кого-то уничтожил, а я не помню кого. Просто не смотрел, уничтожая всех. Хотя, мне кажется, сейчас меня тут грохнут. Давай, у нас есть шансы на победу. Я пытаюсь. Давай, быстрее наводись! Я опять поджегся. Ага, мы отключили. Наши шансы выровнялись. Мы сможем, должны попробовать хотя бы. Чел, не иди сам, я тебе помогу, только ты подожди меня немного. Куда ты плывешь? Тебя я торпеду не хочу запустить. Сейчас все торпеды пустили так же. Уплывай туда! А, нет, нормально. Я сейчас его бахну. Я остался. Я не знаю как, но я выжил. Ты разворачиваешься туда или нет? Я пытаюсь развернуться, это говно неповоротливое. Разверните меня, пожалуйста. Пацаны, давайте бахайте его. Сейчас я его бахну своей. Если что, помните меня как героя нахер. Он сдох. Не ссы, ты сейчас еще разгонишься, еще нормальная скорость будет. Вот линкоры не очень медленные, как ты мог заметить. Я заметил. Ты до меня полдня плыл. Этого нельзя не заметить просто. Да, чей нажал, а ты посмотри, что из этого будет. А ну стоямба, это мой пациент, ладно, не мой. Так и быть. Поделюсь с вами. Ну, блядь. На прямом. О. Блядь, я случайно по ботам попал. На русскую щи, на... Тихо, чуваки, только не врезайтесь в мои торпеды, придурки! Как вы, блядь, какой-нибудь только по союзникам? Где вы, блядь, их нашли? Так у меня нет союзников, я кажется на себя. Да. В этом мире выживает сильнейший. А я... В смысле рикошет? Да? Да. Прикольно. А нахуй не здесь нужно? Пока. В смысле?
Это сейчас была такая херня. Ты видел? Нет, но я и не хочу. Он увернулся от торпед, в итоге торпеды попали в моего. Видишь, сколько метров сука? Просто вся в матч там у них. И еще я как-то покрашен, как какой-то петух. О, господи. Матросы, зачем вы свои трусы тут повесили? Ну, хоть не в меня. А остальное пофиг. Если не в меня, то как бы рыться пофиг. И... В смысле? Опять просираете? Быстрей, стреляй! Я... Ой, я ему в цитадель попал. Торпеды! Бать вашу! Целься в него! Я сейчас в тебя попаду! Ой, я его убил через тебя. Видишь, что он плывет один? А то линкор уже, слушай. Поехали. У него 38 хп, 38 тысяч. Ох! Прям с ракотан попал. Ох! Щит. Слушай, мы, конечно, и красавцы, что мы его тут дамажим, дамажим, но знаешь, мне кажется, мы все равно проиграем. На похер выиграть. Что? У него осталось 7000 с чем-то хпшек. 7500. Да сдохни-то уже! Мне перетряска. Там еще один появился, это линкор. Хуёво как-то. Быстрее, дамажь его, быстрее. Чем быстрее мы его уничтожим, тем... Что? Отлично. Убили. Там еще летит. А, у меня проблема. Не того ты пытаешься убить. Который левее. Вот, красавчик. Хоть умру, но хоть заберу с собой одного. Туда. Что? Меня летит. Меня! Линкор! Уродский линкор, который, господи, во что я его нарядил? Может, ты поставишь лучше крейсер? Крейсер! 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 Я ж Крякен! Крякен! Крякен, все закрой! Крякен! Хуякер, блядь! Крякен! Хуякер! Выпускайте Крякена. Закрой свой Крякен, блять. Закрыл его и молчи. Иди ты в Крякен. Вылизывай, блять, сам себе свой Крякен, блять. Соси Крякен. Сейчас, блять, сожру Крекер, блять. Пошли нахуй твоего Крякера, блять. Глубоко в Крякен. Поцелуй меня в Крякен. Представьте себе, эта херня плавает. Че, у него больше хп, чем у тебя? Я знаю. На 10 тысяч. Я знаю. Тебе пизда. Я знаю. Тебе никто не хочет помогать. Я знаю. Смотри направо, просто туда происходит. Там, блядь, они толпу, блядь, одного не могут заебашить. Я знаю, но у меня всегда было кое-что, чего нет у него. Это торпеды! Ему двигатель просто вовремя вывели из строя, и он... Да, только мне жопа все равно, кажется. Да, мне жопа. Мне жопа. Слушай, ты, конечно, выживаешь. Да, только мне жопа. Знаешь, сколько у меня хп? У меня 300 хп, я не выживу! Немецкая наука лучше обмен, мне кажется, не в этот случай. Я вижу, чувак, ты... Да, блядь, он тебя не может прибить. Блядь, иди на таран. Блять, ты подыхаешь. Блять, я хочу, чтобы, блядь, здесь хотя бы. Слушай, если уже 10 игроков так мало, то добавьте, пожалуйста, блядь, шторм какой-то. Чтобы волны поднимались.
чтобы погода менялась, блядь. Динамическую погоду, блядь, сделайте. Что это, блядь, за вторую продукцию существует, блядь, уже 2 года где-то. Даже больше. Кто? Этот? Да эти корабли. Корабли. А, да, кораблям уже... Нет. Кораблям больше 2 лет. Ну вот и больше 2 лет. Они еще были вроде как в году 16-м. Ну да. А продукт до сих пор сырой. Будто им никто не занимается. Что, ага. В принципе, такие. А реклама-то как? Да. Корабля, что ты можешь делать? Плыть по воде, стрелять по воде, стрелять по противникам, стрелять по союзникам, стрелять по островам, врезаться в острова. Стрелять по союзникам. Блять, гнида. Сразу видно, для кого эта реклама снималась.